Около Тихоокеанского госуниверситета сердобольный автолюбитель, решивший прийти на помощь застрявшему в снегу шоферу, стал его жертвой. Тойоту Короллу, забуксовавшую в снежном отвале, владелец плаца увидел по пути домой. Притормозил, вышел из машины и заговорил с молодым человеком, который стоял рядом с обездвиженным седаном. Это был пассажир. Водитель Короллы оставался за рулем и не оставлял попыток выгнать иномарку на асфальт. Неожиданно дело пошло. Королла рывком выскочила из снежной кучи и задом врезалась в моторный отсек плаца. Ну, пьяный за рулем не увидел меня. Второй здесь стоял. Как сказать, справлял нужду. И все. И вот мы с ним разговаривали. Я говорю, у меня веревки нет, а только собирался отъезжать. И вот он отсюда. Прям. Просто я вылез был, как бы, в недоумении. Вроде добрый хотел сделать. Повредив чужую машину, один из приятелей попытался скрыться. За руль бросился пассажир. Он тронул Короллу с места, но проехал от силы 10 метров. Юноша заметил подъезжающий патрульный автомобиль, остановился и закрылся в салоне. Во время оформления ДТП друзья всерьез доказывали, что черное – это белое. Якобы не они виноваты в аварии, а мужчина, который собирался предложить им помощь. А в ней они, кстати, ничуть не нуждались. Веревку не просили, а подъехавший только путался под ногами. Так мы застряли в сугробе. Выезжали. Он же за вами стоял. Так это он изначально вперед проехал, потом дал назад и сзади нашей машины встал. Мы давай выезжать и врюхались в него, в капотину ему. Ну когда назад едешь, нужно в зеркало заднего вида посмотреть. Да, это конечно мы смотрели. Так он стал неожиданно. Исходивший от обоих приятелей запах спиртного объяснял и попытку бегства, и острое желание свалить все с больной головы на здоровую. Водительских прав нет ни у одного, ни у другого. По мнению 18-летнего студента училища, ходить на водительские курсы дорого. Лучше бесплатно отдыхать в казенном доме. Все равно особо заняться нечем. А прав нет ни у вас, ни у вашего друга, да? Да, конечно, нету. А почему конечно? Потому что... Может, получить надо? Да, без, да не, не надо. Без прав лучше ездить. Почему? Ну, потому что, мое мнение, как бы мне без разницы, что там 15 суток я сижу. Да выйду, дальше поеду. От прохождения теста на трезвость товарищи отказались. Проявившие солидарность, солидарную ответственность они и понесли. Оба были конвоированы в спецприемник, а Королла оказалась на арест-площадке. Страховки ОСАГО у виновника столкновения и быть не могло. Это автоматически означает, что владелец плаца, решивший продемонстрировать чуткость и дорожную взаимовыручку, рискует восстанавливать иномарку на собственные деньги. Другой вариант – судиться со студентом, который планирует связать свою жизнь с арестантскими нарами и заработка не имеет. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.